Всем привет, друзья, с вами Волкофрения, с вами Лучи Добра. Всем привет, друзья, с вами Волкофрения, всем Лучи Добра. И сегодня у нас игра необычная под названием Митоза. Это что-то в виде флеш-игры, инди, что-то неизвестное, непонятное, и необычное, неординарное, неопределенное, не и оригинальное. Наверное. Ну давайте посмотрим. У нас всегда есть выбор. Игра про выбор. Вот у нас это семечко. И можно птичка, можно посадить в горшочек, наверное. Можно, чтобы птичка склевала. Давайте. Давайте птичку возьмем. Такой птенчик. Такой птенчик пришел. Чирикает. Яичко маленькое, яичко большое. Давай маленькое яичко. Опа! Вот это поворот. И. Вот оно, яичко. Морковка, направленная вниз. Морковка, направленная вверх. Даже не знаю, что выбрать. Давайте наверх морковку. Что за нахрен сейчас был? Что это вообще происходит? Ладно. Слон и утка. Конечно, слон. Слоны на пропеллерах, что-то типа Карлсона. Вы серьезно, мать вашу? Вы серьезно? Туда-сюда пролететь наверх. Давайте их наверх отправим. Окей. Хорошо, давайте. Это все, это еще игра не кончается. Так, выберем в этот раз горшочек. Посадим растенеца. Отлично, можно полить. Можно забрать. Давайте польем. Такая красивая роза выросла. Это что такое? Что, коробку убрать и боулинг. Боулинг? Как можно розу с боулинга сопоставить? А вот так. Все очень просто, ребята. Смайлик. Смайлик? Вы серьезно? Мозг? Шляпа. Ну, конечно, давайте сделаем умный шар. Добавим интеллекта. Ёптить-моптить. Что за... Что за вынос мозга? Гриб. Конечно, гриб. Пытаюсь понять логику, но не поддается пока. Пока не поддается. Птичку давай опять. Так, съел это большое яйцо. Мы выбрали маленькое тогда, да? Все равно птица улетела. Как бы то ни было. Давайте, дьявола, рожки. Яйцо и рожки. Баклажан. Вот. The fuck вообще? Мороженка из яйца и баклажана. Давай. Вот это. Что? Что это? Что это? О май гад. Они еще продолжают бегать. Ох, за щит. Ладно. Давай, птичка. Большое яичко. Так. А теперь ангелочка. Воу. Фу. Так, открыто и придавить. Давайте. Жесть. Полная жесть, ребят. Полная жесть. Нельзя выиграть в эту игру. Давайте в этот раз не будем поливать, а. О-о-о, посерьезнее цветочек. Давайте муху. Охренеть.
Мой мозг сейчас лопнет. Рассмотрим все варианты. Так, польем. Теперь. Мы брали тогда боулинг, давай коробочку. Вот так. Домик. Теперь осталась крыша. А, это улей. Вот так. Пчелы купаются. О, господи. О, Кай. Птичка. Не, ребят, на самом деле, это же вообще это... Как можно было вообще придумать такое? Вот автор просто, я не знаю, вот... Ему нужно делать инди-игры. Заяц на мячике. Огонь. Быстро закончилось. Окей. Ребята, жесть. Полнейшая жесть. Давай продолжим. Заяц хочу. Так. И гвоздь. Язык. Как они это сделали? Это же жесть. Полнейшая просто. Окей. Теперь коробочка была, боулинг был. А нет, давайте панда. Там панда была какая-то. Ножнички. Миллион концовок у этой игры, вообще миллион. Ну-ка, нюхни. What the fuck? Миллион, просто жесть. Так. Давайте я. Опасное растение выросло. Паук. Сделал дело, красавчик. Оп. Мороженка. Или вот это давай. Причем здесь брокколи? Ну я еще все понимаю. Ну причем здесь брокколи? Так, ладно. Что это? Карандаш, вот это давай. Пирог. Жесть, ребята. Это жесть. Я уже, наверное, 100 раз сказал слово жесть. Это у меня в голове не укладывается никак. Вообще, что происходит? Давай, боулинг. Так. Вот это давай. Пожалуйста, дайте телевизор. Попкорн. Оп. Кто-то его съел, но не я. Обалдеть. Так, оп. Оп. Так, ножнички. Водичка. Из носа вода. Оооо. И слон в колесе. Ребят, если хотите посмотреть все концовки, потому что их здесь миллион, я думаю, пожалуйста, ищите в гугле Митоза Гейм. И вы сможете рассмотреть сами, что это такое вообще. Вынос мозга. Забавно, конечно, интересно.
С вами был Волкофрения, Безумные игры. Всем лучей добра. Пока, ребят.